27 золотых медалей завоевала сборная Дагестана на чемпионате и первенстве России по СБИ и ММА «Ориентал». Соревнования прошли в населенном пункте Покровская Московской области. 6 спортсменов представляли махачкалинский клуб «Черная акула». С победителями встретился Дан Шугом. Одним из триумфаторов первенства России оказался махачкалинец Юсуп Мирзоев. Серебряный призер соревнований округа и победитель всероссийского турнира по рукопашному бою переиграл в финале непростого своего соперника из Санкт-Петербурга. Оппонент был выше меня на несколько сантиметров. Мне нужно было все время сокращать дистанцию, чтобы работать на удобной себе зоне. Я просто внимательно слушал своего секунданта. Получилось попасть задней ногой в голову, и он отказался продолжить бой. Другой воспитанник Амира Перунова и Расула Султанова – призер различных всероссийских турниров. Даниил Мирзоев, так же, как и его брат, имеет в активе серебряную медаль первенства СКФО. В финале за первое место он взял верх над представителем Челябинской области и на первенстве России тоже стал первым. Работал в стойке, двигался, раздергивал, слушал подсказки своего тренера и потом переводил его в партер. И там я начал доминировать в этой позиции. Среди победителей первенства России – Гамид Яхьяев, Эльдар Умуханов и Абдурахман Кунбаев. В шаге от награды высшей пробы остался Исмаил Исмаилов. Конечно, могли больше. Каждый раз турнир становится все сложнее и сложнее. Ребятам достаточно тяжело бывает в финале. Многие уже научились и бороться, и бить. Кого-то удивить в борьбе, либо в стойке уже становится все сложнее. Впереди у спортсменов первенство Дагестана по всестилевому карате. От этого спортзала собирается выступить около 30 спортсменов. Дан Шугом, Саид Магомирзаев. Время новостей.